Полуфинальная пара весовой категории 0,57 килограммов. Красный угол Дмитрий Гришковец, Чита. Синий угол Павел Пинчук, Таиша. Концовку, Паха! Паха концовку!
Христом. Синему ринга Павел Пинчук, Таришет. 1999 года рождения, первый кандидат спортом числа профсоюзов России. Боксом занимается 4 года, провел в ринге 59 боев, 47 вышел победителем. Победитель первенства Иркутской области 2013-2014 годов. А тренируется под руководством Вячеслава Бельского. Даха по печени. Поджимай его, поджимай, поджимай, Паша, поджимай. Голова работает, печень. Паша, не спи, поджимай. Трешкой. Паша, руки. Защита прям не хорошо. Боковой, правой. Правой бей. Левой. Лево переведи, правой по печени. Еще раз так же, да, еще снизу, по печени. О, по печени. Нормально, нормально, смотри, уходите, я тебе говорю. Пол смотрит. Вчера что-то дал. Давай, Паша. Левый добавляй, правый. Концовку, Паша! Снизу три крюка выписывай, еще раз! Снизу! Давай, Паша, концовочку! Правой по печени! Переведи! Хоп, хоп, хоп! Правильно, правильно встал! Бей, бей, бей! Закрой голову! Правой добавь, Паша! Правой добавляй! Паша, концовку! Молодец. Все, красава! Не, а тот раз зачти дальше. Единогласным решением судей победу одержал Павел Пинчук. Красава!